Ребята, всем привет! Вы на канале Валя Стасюк. Сегодня мы решили пройтись по магазинам, посмотреть, что тут почем, какие цены, что продают для туристов. Сами посмотрим, вам покажем. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот тут у нас как раз в отеле играет на пианино. Каждый вечер в 19 часов он играет. Класс! Вот это у нас обычный, типа обычный супермаркет. Сейчас посмотрим, что тут за цены. Так, почем что? Если тут, конечно, есть ценники. На ценники тут есть. Но это все в лирах. Их не валют. Здравствуйте. Вот. Так, это... Как это, типа, перевести в доллары? Ну, 9 на 6. Это 2, 9 на 6, да? 9 на 6. Я так и поняла. Спасибо. Тумэлла очень прикольная. Тумэлла, да? Турецкий, да? Шкафчик положишь, духов не надо. Да? Скидывается вещь. Вот, посмотри, тумэлла турецкая. Да, клёво. Пахнет очень классно. 12 лир. Если перевести наши деньги, это будет 6 долларов. 2. Ой, 2 доллара. Нужно делить на 6. Оцелай. Мы можем прожить по-другому. Закрыть. Так, это классно. Класс. Вот такой. Ну, ё-моё, я тебя ценю. Это лимонка, типа, да? Это? Крема для лица и волос деканте. Шампунь. 30 лир. 9 на 6. Девушка, вот посмотрим. Смотрите, это чай. Стоит 60 лир. На наши деньги это где-то 200 с чем-то гривен. В общем, 10 долларов стоит. Что нас еще интересует? Кофе, да? Кофе. Сколько он стоит? Непонятно, что нет. Вот мы искали гранатовый чай. Нашли. 400 грамм. Сколько стоит? Цена? 5 долларов. 5 долларов стоит. Нормально. Еще тут такие интересные есть штуки. Сладости. Одному доллару можно взять на... Можно взять, типа, на презенты, в общем. Чемодан стоит? Мира, юро, доллар? Доллар. Доллар. 45 долларов. 45 долларов. А этот больше, да? Больше. 60. 60? Да. Сам есть. У нас есть 30. Там текстиль есть. Маленький 10. Нет, нас интересует средний, средний размер. Средний 20. Там. О, тут какой-то не очень красивый. Что-то покрасивее. А вот это там, да? Хорошо. Это какой-то оригинальный. Но очень большой. Не, средний. Какой-то большой, мне кажется. Это сколько стоит? Это большой, да. Это чехол просто, или что? Розовый? Такие силикон. Не капут. Сколько это стоит? 60. 60. Не надо. Есть, есть. Не капут. Два грудь. Гарантия. Красивый, розовый, яркий. Вот эти все по 60, да? Средние. Нет? 30. Понятно. Такие 30. Это прикольный. Только белый. Если что, сразу видно, что грязный. А, классный. У вас такого черного нету? Черный? Черный с скелетом есть? Есть? Серьезно? Классно. Ну а чего нет? Потому что это страшно уже, если это увидеть, но тут... Классный. Сколько этот? Этот? 60. Хорошо, спасибо. Смотрим дальше. Смотрим.
Магазин можно зайти? Сюда, это ваш магазин, да? Тоже там есть, классно, все пошло. Хорошие. Тебе раз мемка, да? Мемка? Да, да. Вот мемка. Вот костюм на девочку, метр 22. Фирма, фирменный. $30. Сколько эти футболки? Футболка нормально, цена минимально 15, тебе 10 долларов. Много магазин, вот, вот проблем here, а это не проблем. Учи надо, Мафина, учи. Вот рано, не шейки. Вот. Вот, нет, черный. Один, да, чего черный? Вот, есть. Магия, том есть, тоже хороший. Вот кофе нам посоветовали купить. $2 стоит. 100 грамм. 100 грамм. Мы сказали, если берем 3 штуки, то за $5. 3 за 5. Вот оливковое масло. Оливковое масло 3 штуки. $10. 3 литра. Уходит. Мне кажется, дешево, да?